Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму, програму «Новий день». І третя година, як я анонсував, вже на солодке ми залишили нашого останнього вже гостя. Це Олексій Рабіанц, музикант. Вітаємо вас. Дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Отож, перше запитання, я думаю, логічне. Як давно вже займаєтеся музикою? Тому що це для вас вже, я так розумію, сенс життя. Ну, зараз мені вже 37, музикою займаюся 18 років. Угу. От, ну, починав просто як... На обычной гитаре, аккорды, там, Виктор Цой и так далее. Mm-hmm. Потом уже начал играть в группах. Вот. В конце концов организовал свою собственную. Mm-hmm. В 2007 году основана была группа «Японский магнитофон», в которой я сейчас до сих пор играю. Вот. Ну, сегодня ребят нет, не работаю, поэтому сегодня я один за mm-hmm. всех буду. Отдуваться уже, да? А, вообще, вот 18 лет, вы говорите, да, чаще всего вот, люди вот, в музыку приходят там еще в детстве как-то и так далее. А почему так 18 именно? Даже не знаю, почему так сложилось. Что-то рвануло в музыку. Ну, да. Рос я на музыке Высоцкого, родители любили, слушал. Угу. Как-то меня это впечатляло, ну, еще в очень раннем возрасте, но... Поначалу вообще на клавишах хотел играть, потом вдруг случайно затянул на гитару, ну так и получилось. Сейчас только на гитаре, да? Да. А, ну что ж, я предлагаю не затягивать тогда время, дать возможность вам и нашим зрителям, угу. конечно же, услышать ваше творчество, ну и вам, конечно, представить его зрителям. Так, ну первая песенка такая иронично веселая и кому-то грустная, наверное, рок-музыкантам, а не легкой судьбе рок-группы начинающей. Рок-группа играет в надежде на чудо, в стремлении гордом собрать стадион. Никто их не знает, кто и откуда, и вряд ли узнает. Это закон, мощные рифы, красивые соло, и барабанщик играет как бог, вокал пробирает, дрожью веселой басиста качает, что валишься с ног. Но всем плевать на эти мощные рифы, плевать на эти красивые соло. Если бы попса и кока-кола, если бы шансон про вора, где-то на западе их бы услышали, цветами закидан был бы их мэрс. А после концертов с воплями дикими виски бы жрали, в объятиях принцесс писали б хиты свои, радуя публику на крыльях мечты. Облетели б весь мир и к единичке свежие бублики нарисовал бы дружище банкир. Но всем плевать на эти мощные рифы, прям как у Рамштайн. Плевать на эти красивые соло. Вот если бы попса и кока-кола, если бы шансон про вора, классно, хочу сказать, наши операторы тоже так покайфовали за камерой, действительно, о нашей жизни, о реальностях нашей жизни. А вообще, вот много ли на вашем пути было творческих единиц, и вообще, с кого писали песню? Потому что рождается все равно с кого-то прототипа. Лирический герой? Да, кто? Так и я и сам, и, наверное, любая начинающая рок-группа, в общем-то, проблемы такие, мечтания, трудности там. Наивности начинающих рок-групп uh-huh. песня раскрывает. А вообще вот тематика творчества какая? Вот, вот так, скажем так, автобиографически. Что еще, о чем? Любовь, возможно, не знаю. Там.
Ой, эта песня разная, ну, про любовь, там, я не знаю, может, у меня одна-две наберется, таких, с натяжкой. Угу. Вот, больше люблю просто про жизнь, про разные жизни. Житейские, скажем так, проблемы, житейские философские, ситуации. Философские, да? Житейские, да, смешные, грустные. Что-то представите из этой тогда еще сферы. Да. Следующая песня, ну, тоже в ироничном таком стиле, «Герои нашего времени». Как бы нам избавиться от тяжкого бремени, отыскать героя, как нашего времени. На кого равняться нам, кем гордиться, бавиться, потом будут слезы лить знойные красавицы. Может, сильная рука, может быть, рояль в кустах, может, с водкой на устах образ Ваньки дурака. Может, это комбайнер, но не образованный, или аутист ботан, но не реализованный. Иди, знай, а он играет в прятки и сам дает загадки. Смеется и куражится, и всем нам только кажется. Продолжаю поиски я со стервенением, скоро снится мне начнет герой нашего времени. Сухой толстой толстосум или бомж юродивый, может быть, это мой кум, а может, пан Мавроди. В давнем прошлом были все или будут в будущем, верхом будут на звезде или в грязном рубище. Может, я сошел с ума, но окреп во мнении, что любой из нас, друзья, герой нашего времени. Нашего, а он играет в прятки и сам дает загадки. Смеется и куражится, и всем нам только кажется. Да, действительно, заставляет задуматься о том, кто действительно герой нашего времени. Проще всего, наверное, оставаться для себя героем времени. А вообще, вот вы говорите, родители, да, все-таки прививали любовь с детства. А, но вот все-таки решающим, кто стал вот в том, чтобы вы выбрали музыку? Кто, возможно, сделал? Решающим это, стали не родители, а просто в школе, когда пацаны играли на гитаре там, после урока. Мне тоже так захотелось. Ну, а как бы склонность уже к этому была. Угу. Предрасположенность, да, какая-то. Да, уже была, дольше заложена. А, я так понимаю, за плечами уже профессионально, да, то есть обучение гитаре или сами научились? Можно... Сначала сами, да, потом уже профессионально. В основном самоучка, немножко посещал музыкальную студию, немножко в самом начале посещал клуб бардовской песни, вот, а потом уже только самостоятельно. А в основном вот ваши песни можно, введя ваше имя, фамилию в поисковике, там Google, Яндекс, найти ваши песни, послушать видео. А где еще можно вживую увидеть, где выступает группа? У нас менялся состав. Часто. Вот в очередной раз произошла замена состава, потому что, ну, рок-жизнь, она такая сложная штука. Денег она приносит очень мало, если вообще приносит. Поэтому составы меняются. В общем, сейчас мы нарабатываем снова программу, уже почти сделали. Так что я надеюсь, что в следующем году уже будем где-нибудь выступать. В Николаеве и по Украине.
Что-то вот за период последний новое пишется активно или вот как вот с этим? Пишется, но меньше. Ну, чем дольше я пишу, тем как бы дольше уходит на какую-то песню. Уже больше придираешься сам к себе, там, и поэтому как-то так. Первые песни, вот знаете, очень часто, когда вот приходят музыканты, либо там авторы каких-то стихов, либо каких-то прозаических произведений, говорят, что там первые свои стыдно даже кому-то показать. Это вы... правда, да. Это абсолютно подписываюсь. Первое уже не хочется никому показывать. Не хочется, да, ни играть, ни показывать. Но как память, оно сохранено, конечно, но... Да, короче, все правильно. Со временем что-то новое хочется уже, да, усовершенствованное уиграть. Я предлагаю вам тогда что-то из свежего, что-то есть еще? Да, да? Конечно. Вот давайте еще вот это. Не будем терять уже философская с юмором песня «Спирт и спорт». Если слово «спорт» поменять он на «и», получается «спирт». Если слово «спирт» поменять и на «о», снова получается спорт, спирта и спорта. Круговорот. Вот. Одни качают банки, другие их дают. Одни пьют анаболики, другие просто пьют. Одни после работы идут в спортивный зал, другие в кафешку на автовокзал. Спирта и спорта. Круговорот. Вот. Само совершенство. Вспомни, если об этом забыл. Ты уже совершенство. Качался ты или пил. Вспомни, как в детстве быстро кружилась земля. Это так просто, просто вспомни себя доброй вселенной. Круговорот. Жизнь не бесценной. Еще раз подписываюсь, действительно философские строки, и действительно все так и есть. Кто-то качает банки, кто-то их просто дает. А вообще вот кому первому показываете, или вот, ну как показываете, играете, поете вот свое новое произведение? Кто первый цензор, скажем так? Ну, жене. Ну, она иногда, ну, как бы ей безразлично, но она все равно первая слышит. Да, конечно. Иногда говорит свое мнение, удостаивает. Да. Ну, я предлагаю, давайте, у нас есть еще буквально несколько минут эфира. Я не хочу просто терять время, хочу вот еще... Давайте, да, что-то повеселее напоследок. Да, вот такое напоследок. Про любовь, да, то, что вот одна из двух песен. Жена как оценила? Да, нормально. Хотя тоже, ну, сейчас услышите. В ребро, в бороду седина, на вечно юный бодров. Братом кричат меня, вольный словно дельфин. Я близ
световуха рассыпалась прах. Бога ради, оставь меня в покое, Надя. Теперь в шоколаде, у меня все в шоколаде. Поверь, ожидания твои не соответствуют мне. Ультиматум любви нежно меня прижимает к стене. Сделать счастливой тебя — мистер обман у руля. Брачный фрегат точно сядет на мель. Бога ради, оставь меня в покое, Надя. Теперь в шоколаде, у меня все в шоколаде. Отлично, просто. Ну нас... да, жена спрашивает, про кого это? Ну, Бога так, ради, это да. Была там Надя, Бога ради. Отлично, просто, невероятно. Я пожелаю, спасибо что... вам. Отлично, просто позвали. Настолько позитивно. И я думаю, что на такой позитивной ноте нужно все-таки закончить наш эфир.